Вот я вчера смотрел фильм со Стивеном Сигалом. Я хочу быть как он. А я хочу быть как Чак Норрис. Такой тю-тю-тю, как рейнджер такой техасский. А я хочу быть как Сильвестр Сталлоне. Такой та-та-та-та-та-та-та. Рэмбо такой. А я хочу быть... А ты Джеки Чан. Блин, я хотел быть Брюсом Ли. Не, брат, ты Джеки Чан. Это потому, что я быстрый? Потому что маленький и смешной. А я даже его не коротень взял. Саш, у тебя такие перчатки прикольные, дай поносить. На, держи. Нет, Саш, пожалуй, мне такие перчатки не нужны. Жалко, а то моя мама вчера весь вечер пришивала. О, Леша, у тебя такая крутая татуировка. Наколол? Налепил. Жвачка супер-турбо. Аж за рубль. За рубль. Откуда же у тебя такие деньжища? Фишки выиграл. Красавчик. Мужики, какие перчатки? На резиночках. Какие татуировки? На ручке. Прогресс по миру семи десятимильными шагами идет. А что он с Россией-то сделал? Что? Что-что? Перешагнул ее. Да-да. Вот смотрите, мы покупаем все импортное, приемнички японские, а аудиокассеты все на карандаше так и перематываем. А эти американцы в своих качалках ходят там в спортзалы, там что-то занимаются. У нас детский гимнастический покрутился, качал. А за границей на уикенды уезжают. А у нас что? Взял два стула, взял два одеяла, сделал шалаш, развлечения на две недели. На две недели гарантированно. Да бог с ними. Зато какие песни у нас поют. Саша, ну что ты орёшь, а? На пейзере забыл вибрацию. Тут сообщение, девчонок, на дискотеку зовут. Пойдёмте? Конечно. Погнали! Погнали.